Ведущие эксперты российского блокчейн-сообщества посетили криптофорум 2016, где главной темой мероприятия стало обсуждение развития блокчейн-индустрии. Среди участников конференции были представители таких компаний, как Единоркоин, Waves, Киберфаунд и другие. Вступительную речь произнес Александр Иванов, основатель Waves, который представил новые сферы применения криптовалют. Дмитрий Стародубцев, сооснователь Киберфаунд, рассказал о новых валютах и игроках рынка. По мнению Farclock.com, среди самых интересных выступающих – региональный представитель проекта LISK в России Денис Смирнов. Он говорил о децентрализованных приложениях и перспективах их развития.